Я в данном мероприятии уже принимаю с 2008 года, первый раз сюда пришел. Каждый год стараюсь не пропускать данное мероприятие. Как считаешь, именно твоя кровь кому-то уже помогла? Ну, я надеюсь, что да. Мы не только на дороге оказываем помощь, но и вот таким мероприятием мы тоже помогаем тем людям, которые уже пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.